Как склеп. Я думаю, вряд ли мне здесь двойные молоты понадобятся. Как правило, враги все ваншотные. Здесь будут, за некоторыми исключениями. А еще скоро будут некроманты. Нужно болты обычные взять. У них неплохие резисты к огню. Так что мои огненные будут не очень в кассу. Этого друга обязательно сносим, иначе он там подгадит. Вообще больно. Быть может, мне повезет и дропнутся щиты тоже. В общем, как у этого господина. Я бы не отказался попробовать поорудовать ими. Ремонты ничего не дропнули. Зато из бомжуанов пилюли так и валятся. Did you come for it? You will find many, but they were perhaps in the part, the form. How quick. This place of death, tell me what you. I am a finita, this tar, countless somewhere. Он может помочь в битве с Вельстадом, но не мне. Возьмем парочку фигурок. Farewell. Просто чтобы было. Наверняка я еще много раз не умираю. Фигурки пригодятся. Душа же великого героя. Плохо, неплохо. Как ты здесь удачно расположен, а? Разбитое око, чтобы поймать предателя. Thank you.
сразу к костру пройти. Я, пожалуй, попробую порушить статуи. Очень сильное колдунство, прямо скажем. Они с руки неплохо бьют. Вот эти. Не знаю, как их назвать. Самое дружелюбное в мире привидение без моторчиков. Так мило с вашей стороны, что вы помогаете мне камни разбивать. Винблейдом очень удобно разбивать эти штуки. С них может их колдующий меч упасть. Как-то пробовал им пользоваться. Довольно забавная штука. Особенно если взять в каждую руку. Волшебный щит. Если взять в каждую руку, тогда можно каждую пушку зачаровать. Получится двойная охватка двух зачарованных клинков, чего обычно сделать нельзя. Из-за того, что как бы в одной руке посох обычно, а в другой оружие, которое зачаровывается. Вот блин. Да ладно тебе там бомбить-то так. Подумаешь, упала. С кем не бывает. На, вот успокойся. Призывающие статуи не восстанавливаются, так что можно спокойно отдыхать. Костра. Пока рано отдыхать. Для начала хочу здесь разбить призывалки. Хорошо быть призраком, летаешь себе через камни, кастишь всякую гадость.
кулак. Где-то здесь широкое кольцо связи плюс 2. Для особо хрупких пушек. Блин, думал, сейчас задену. Хотя, опять же, на мой взгляд, намного лучше закупиться. Порошком для починки. Больше не нужен пока что. Я намек понял. Настало время. Зарядный арбалет. Не знаю почему, но он мне нравится намного меньше, чем обычный. Видимо, связано с тем, что предпочитаю ударить один раз больно, чем кучу раз слабо. Хотя, когда выпадают все три болта, очень даже впечатляет. Вставай, давай. Щиты дальнобойнее, чем мои молоты. Есть такое подозрение. Сейчас щитами отделят. Чего не дропнули? Могли и парочку щитов дать попользоваться. У магического щита, кстати, 95% блока магического урона. Что весьма недурно.
Здесь, кстати, внизу вообще сражаться гиблое дело. Неблагодарное. О, меч выпал. По крайней мере, можно попробовать снести пару статуй. После чего попробовать бежать отсюда. Просто бежать. Вернемся. Да прямо сейчас почти вернемся. Нужно только перезагрузить, чтобы они залезли все обратно. Здесь, кстати, очень удобное место для мага, для фарма. Просто встаешь на входе и отстреливаешь. По-моему, одной темной сферы хватает, чтобы ваншотнуть. Ну, в общем, одна темная сфера убивает одного этого призрака. Я, правда, не помню, сколько там. Около 1000 душ, что ли, падает. Просто можно здесь стоять и настреливать. Мне нужно снести... Вообще там, насколько я помню, нет ничего такого прям вау интересного. Какая-то булава, еще что-то. Блин, он мастерски бэкстеба избегает, а? По-моему, осталось еще парочка этих призывателей. Очень страшное колдунство. Комбо с руки очень страшное. Три удара, но не такие мощные. Подозрительно мощные. Еще один призывающий камень там. Прямо там. Не, ну вы только посмотрите. На этот урон. Как так можно вообще? Так, косточка возвращения, лучистый самоцвет. Ради чего мы здесь сражались? Палец презрения. Thank you.
Ну ладно, большое копье молнии еще. Куда ни шло. Какой не талисман и душа. Ну и все, уходим. Можно даже по косточке. Запалится посох Оленфорда, магия и порча. По-моему, он как-то непримечательно ничем. Палится молния, тьма, физика. Ах да, может просто помимо того, что эта пушка может еще заклинание кастить. Синее пламя. 86 физики, 120 магии. Да, интересные мечи. Ну, нужно сразу два, как я говорил. Что было прям совсем весело. Пробегать стало намного проще. Там раньше перед самым ходом стояло два копейщика, которых еще нужно было развести как-то, чтобы зайти к боссу. Теперь вообще в тупую просто можно бежать. Никто не помешает. И в оригинале здесь был всего один долбитель, колокол. Теперь же их целых три. Теперь здесь драконий всадник, который очень жирный, за которого ничего не дают. Которого нет никакого вообще практического смысла. 3000 душ всего. 3000. ХП у него там вагон просто. А стамина закончилась. Конечно, все так же ничего не делает, но... Стагерился. Хоть бы шмотка какая-нибудь упала, что ли. Thank you.
пожалуй, со мной как из интересного, только ароматная ветвь. Цветок хочу захавать. У него тоже такая серьезная. Это его удар с разворота после. Коварный же, согласитесь. Теперь разводим на выстрелы. Вот так. Самая халява. Давай еще разок. Стреляйте, говорю. Вот. Красавчик. Лучше не жадничать с двумя ударами. Да вот сейчас можно уже и добивать, если еще раз начнет стрелять. Блин, все-таки задел. Давай. Хорош. Вендрик, как оно? Какой ужас. Разрыв соединения со Стимом. Сидел в склепе и что-то приуныл. This ring is used to gain path and venture to the bearer of the in one day without reading. Больше ничего не дашь. Понятно. Это моя косточка. Ну, кстати, если еще раз убить Фелистада с углем вражды, можно достать кольцо солдата короля плюс 2. Очень высока вероятность того, что он меня ваншотить будет. Особенно после забафа. Мы сейчас качнемся и попробуем это сделать. 20 тысяч. Так. Блин, чуть-чуть не хватает.
Порядок. Душа драконьего всадника — это щит, парный клинок и лук. До свидания. Блин, я уже три души всадника сожрал. Здоровья мне должно хватить. Какой у меня там уровень, кстати? 147. Нормально. Так, ну что? Попробуем это сделать. Хотя бы пару раз. Если будет ваншотить, то... Блин. Возможно, стоит отложить тогда. Просто пробежим. На пофигу. С одной стороны, забав это стрёмно. С другой стороны, тогда он начнет стрелять. А стрелять это, как известно, хорошо. Блин. Забыл про выпад второй. Стамину отходим, надеемся на выстрелы. Да не выстрелы. Отлично. Бежим. Он тоже бежит. Вот этот удар, мне кажется, меня просто ваншотнет, если попадет. Ага. Зачем я это сделал? Блин, он к стене близко стоит, это... Возможность полечиться тогда. Давай еще раз. Ну не... Больно же ж. Я почему-то думал, что он сейчас будет использовать магию. Но нет. Ну, при фулл хп еще можно пережить как-то два удара. Блин, ну чуть-чуть не повезло. К успеху шел. Это дело так не оставим.
еще разок. Так все удачно шло. Этот выпад нужно было предвидеть. Эх. Я все равно вернулся. Сейчас точно рано. Блин. А, ну я же знал, что он сейчас сбоку ударит. Ну ё-моё. Удар сверху, потом удар сбоку. Зачем я начал лечиться? А всё, он меня разозлил. Точно вам говорю. Сейчас мы вам покажем, чьи в лесу шишки. Стремно без полного здоровья идти. Возможно, именно этот кропали спасет меня от ваншота. Возможно. Возможно и нет. Может, щитом воспользоваться. Интересно, Хавель его заблокирует. Сейчас удар с разворота. Перебьем. Два удара. Раз. Коварный выпад, что меня сгубил. Раз, два и валим. Но три можно было успеть ударить, да. Три раза стоило ударить. Давай по стрелушке, а? Так, и с разворота. Оп. Лови. Раз. Раз. Блин, а где второй удар? Какая идея. Блин, почему он сейчас разворота не ударил? Стреляет. Отлично. Нужно похилиться. Нужно похилиться. К бабке не ходи.
Шикарно, шикарно. Вот это был фейспалмище, конечно. Такой момент упустил. Выпад. Черт. Да ежишь. Жаздует, как говорится. О! Отвянь. Так, а я тут подумал, у меня ведь теперь Вендрик-то тоже плюсовый, да? Ну ладно, Вендрик плюсовый, это не страшно. Это я как-нибудь переживу. 100 тысяч за вид стада. Неплохо. Немного страданий и боли, и вот кольцо у нас. Ведущий вид стада. Так. 9 камней чудес осталось найти. Жизнь до 40. И стамину поднять. Давайте посмотрим, что там с кольцом. Какая отмена. Насколько я больше смогу таскать. Кило добавляется примерно 66%. Нужно башку Хавеля одеть. Хотя в этом нет смысла. Если уж одевать что-то хавелевское, то это либо по ножи, либо наручи. То, у чего много баланса. Кстати, хавелевские тапки как раз входят. 82 баланса с ними. 69,7. Вроде по нагрузке все неплохо. В общем-то. Ладно, пусть будет стамина. Все равно не хватает. Им нужно еще пару очков вложить. Ну что ж. Тогда на этом все. До новых встреч!